12 лет колонии строгого режима. Верховный суд России отклонил апелляцию защитников украинского журналиста Романа Сущенко, которые настаивали на пересмотре приговора. Сам Сущенко заявил, что не согласен с решением и будет обжаловать его в Европейском суде по правам человека. В то же время адвокат Марк Фейгин сообщил, что его подзащитный готов просить российского президента о помиловании. На вердикт отреагировал также Петр Порошенко. У себя в Фейсбуке президент назвал это дело фарсом и заверил, что Украина продолжит бороться за освобождение всех политзаключенных, в том числе и путем усиления международных санкций против РФ.